Моторы и пропеллеры абсолютно пыльные, как на Mini 3 Pro. Вес тот же самый. По характеристикам. Скорость 58 км в час. Дальность 20 км на FCC режиме и 10 км на SE. Скорость спуска и взлета 5 метров в секунду. Сопротивление ветру до 10 метров в секунду. Максимальное расстояние на одном аккумуляторе усиленном повышенной емкости 25 км. А есть встроенная память. Ну тут, конечно, они, производители, конечно, пролетели. Всего 2 гигабайта встроенной памяти. Такой навороченный дрон и столько мало памяти. Поэтому я сюда сразу приобрел флешку на 128 гигабайт. И самое важное, хотел бы сказать. При первом использовании, вот, купили дрон, распаковали. Я просто не видел нигде, чтобы об этом говорили. Обязательно нужно вывести их с режима сна. Они при моменте продажи, они все как бы спят. Что нужно для этого сделать? Нужно заряжать каждую батарею отдельно с самого дрона. То есть вставить батарею и зарядить прямо через вот этот разъем напрямую. И зарядка обязательно родной, DJI-овской. У меня на каждую батарею уходило примерно 6 часов. 6 часов заряда. Это очень долго. Я даже сначала подумал, что что-то, ну все, и не работают они. А на самом деле, вот, они так просыпались долго. Но сейчас работает все исправно. А через хаб они могут не проснуться. Так что имейте в виду. Далее, очень крутая функция. Это круиз-контроль. Во время полета мы можем заблокировать скорость. И можно дальше не жать на стики. Дрон будет лететь сам с заданной скоростью и направлением. Очень крутая функция при длительных съемках пейзажей. Расширенный возврат домой. Mini 4 Pro может автоматически планировать безопасный маршрут полета обратно в исходную точку и легко обходить препятствия. Если по пути домой ему встретится стена, например, он просто облетит ее и по-любому вернется к вам. Потерять его будет, ну, сложно. В общем, проверим его максимального возврата домой. Смонтируем момент, когда, допустим, он летел и потерялся в лесу. А над ним дерево, он что будет делать вообще? Он сразу будет подниматься наверх на заданную высоту, а потом возвращаться на заданную высоту прямо вот. Вот представим, он потерялся под деревом, да? Ну, вот, допустим. Все, я его потерял. Над ним дерево. Все сам делайте. То есть он облетел и верхние препятствия, ну он облетит по крыше все препятствия и сам вернется к вам на крышу. Очень круто. Мерим сейчас его дальность полета. Насколько это возможно. Ветер сильный. И плюс к тому же большой, ну, сильный холод. Вот даже сейчас прямо лечу, его сносит немного.
Ну, сейчас посмотрим вдоль моря, куда он долетит. Даже он скорость 46 развивает максимум. Ветер сильный. Так, 2 километра. А куда я улетел-то, я даже не знаю. В каком направлении дрон летит. Ага, вот, 2 километра. Высота 80 метров. Батарея 67%. Заряд, как мы видим, полный. Ой, антенны полные. Летит очень уверенно. Так, у нас уже 53% заряда, полные антенки, и 4 километра мы преодолели. И у меня начинает уже предупреждать, что типа батарея оранжевая, может не успеть он вернуться. На самом деле, я даже не знаю, сколько еще продолжать на нем лететь, чтобы вернуться успеть. Отмена. 4500 километра. Он пишет мне возврат. Ну давайте возвращаться. Ну как видим, полные антенны. Ну вот иногда скачет это. 4500. Это очень крутой показатель. Потом, конечно, мы затестим его на полный. Но пока на данный момент у нас вот так показывает очень крутой результат. Все, возвращаемся домой. Ну, в общем, все. Я показал все, что хотел. Простой, но информативный обзор на отличный дрон Mini 4 Pro. Единственное, я не могу сейчас раскрыть полностью потенциал этой камеры, потому что, ну, зима, и летать сейчас особо негде, да и нельзя с этими запретами. Летом я буду вдоволь снимать на природе, в красивых местах. Надеюсь, этот обзор будет полезным. Всем пока!